Заходи, небось. Всех разогнал. Всех? Всех. Всех до одного? Толдыка один остался. Разогнал. Не надо. Возьми его в помощники, и чтобы через полчаса все как один были перед конторой. Кто не придет, перепишешь. Валяй, чего ждешь? Куда идем? Народ обратно к конторе созывает. А по что же мы их разгоняем? Не знаю, начальство виднее, у них головки. О, 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 какие! Все Ленин. А нам об этом что думать? Начнешь думать и думаешь. Ты ж там дураки-то наверху. Все на Ленин! Товарищи, время серьезное, поэтому мы собрали этот наскоро нами собранный митинг, чтобы от плеча к плечу, от сердца к сердцу. Короче, да. Да, и поэтому я передаю слово секретарю нашей парторганизации товарищу Килину. Товарищи, вероломное нападение фашистской Германии на наш Советский Союз нарушила все договоры, которые мы с ней заключили. Наш колхоз за последнее время достиг новых значительных результатов. Роза посеяна на площади 19 гектаров, гороха посеяна на площади 26 гектаров. В этом году мы засеяли на 3,5% больше посевных площадей, чем в прошлом. По надою молока наши коровы не уступают многим. Но, товарищи, наряду с успехами у нас есть и недостатки. Что случилось? Или опять председатель повесился? Раиска, у тебя мало есть? Сколько? Кусков 50. Да ты что, баб, с ума сошла? Ты их есть, что ли, будешь? Гостей ждем. Каждый намыливается. И наш бригадир, товарищ Шикалов, может похвастать героическим поступком. Этот бывший поп Растрига в нетверезом состоянии ударил жену кочергой. Было такое дело, Шикалов, или не было? Опустил голову, молчишь, стыдишься. Нехороший это поступок, не советский. Нас этому ни Маркс, ни Энгельс, ни Ленин, ни Сталин не учили. И садись ко мне. Сколько? Ну, годика два. Не-не-не, полтора. Ты, папа, что, лука въел, зельда кодурила? А я все хочу засолить. Ой! Ой, скорей! А то, видишь, все уже и двинулись. Мы, конечно, понимаем, что житель является инвалидом гражданской войны, не имея двух ног. Но мы не позволим ему спекулировать этими ногами, которых нет. Его никто не заставляет бульером работать, но на прополке вполне можно. Что это значит? Шихалов, Талдыхин! Это помощь увидит, куда все подались? Пошли, что ли? Отпусти!
Здравствуйте, хлеборобы деревни Красная! Вы, конечно, знаете, кто я? Это ж наша Люшка. Да, это я. Вы, конечно, знаете, что 5 лет тому назад, как лучшая доярка, я лично говорила с товарищем Сталиным. Вот потому я и приехала. Земляки, товарищ Сталин шлет вам пламенный привет! Товарищи мужики, идите и выполните свой мужеский долг до конца. Коварный враг напал на нашу родину. Идите на фронт и боритесь за нее до последнего дыхания. А за нас не беспокойтесь, мы вас заменим. Привет, народного собрания деревни Красная! Наше дело правое, мы победим!